Кошбаш. Приветствую всех, всех, кто смотрит этот телеканал и эту передачу. Этим летом я записала в Америке альбом, который состоит из 14 языков, 4 октавы диапазоном он получился. Такая небольшая история моей жизни. Первая песня — это грузинская, потому что я родилась в Грузии. И вторая песня — «Курманджи», это мой народ, мое произведение, наша песня «Ой, Наргиз». И третье произведение на русском языке, потому что я училась, и вторым домом мне стала Россия. Потом Казахстан, когда в Грузии была война, мы переехали на казахском языке. И Китай, который дал мне дорогу в мир, где я победила на международном конкурсе, после которого у меня пошли первые международные контракты и карьера по всему миру. Это Италия дальше, соответственно, итальянское произведение. Япония, где я увидела самую большую любовь от публики в мире. Для меня это было неожиданностью, что именно вот Япония оказалась такой самой горячей страной по отношению к опере, классической музыке. И дальше Аргентина, как музыка аргентинского народа. Такой маленький, теплый мой привет папе Римскому, который очень много для меня сделал. Это его премии, награды и теплое отношение ко мне, к единственной певице в мире, которую он удостоил ордена Святого Сильвестра. А потом там произведение на английском у меня было, много гастролей также и в Англии. И с этой стороной тоже много связано. Латынь, на латыни записана «Ава Мария». И, в общем, 14 языков мира. И такая небольшая моя история. Хотели записывать 20, но возникли некоторые сложности с авторскими правами, поэтому вот в альбом попали именно 14 произведений. И, в общем, такое слово, потому что музыка именно может объединять весь мир вне войны, дарить мир, потому что музыка обладает такой силой, она не нуждается в переводе. Всем моим знакомым понравилась наша песня «Ой, Наргиз». Даже не зная перевода слов, люди понимают язык музыки. И я очень счастлива, что у меня есть такая возможность, хоть какой-то небольшой вклад в область культуры таким образом внести своим. Я получила очень много сообщений в соцсетях с благодарностью от нашего народа, что я включила в наш альбом нашу песню, но по-другому и быть не могло. Это часть моей истории, моей жизни, это моя кровь. И мне приятно, что я получила столько приятных отзывов, столько хороших отзывов, и я с гордостью дальше буду включать в свою программу произведения. Я очень благодарна вам, Хошави, за помощь с произведением, потому что, как я уже раньше сказала, определенные сложности, когда ты записываешь альбом с авторскими правами, и ты можешь найти красивую песню, но не можешь включить ее в альбом, когда там авторские права уже кому-то принадлежат. А тут вот мы нашли и хорошую песню, и вы мне помогли и с песней, и очень помогли мне, вот участвовали вот тоже в создании этого альбома. Конечно, с огромным удовольствием. Это моя мечта. Я надеюсь, что она когда-нибудь осуществится, потому что это мой народ, это моя история. И я очень надеюсь, что эта мечта осуществится, и я поеду с концертом и уже с большой программой на нашем языке.